Привет! У нас продолжаются майские праздники, и сейчас я встречаюсь с подружками. Я решила постараться встретиться со всеми друзьями на этих длинных выходных, потому что иначе собраться всем просто нереально. У меня, кстати, в основном я дружу всегда компаниями, по 4 девочки у нас, 2 таких больших компании, ну и плюс Аня моя, мы с ней как-то в основном вдвоем только встречаемся. И сейчас я приехала на полчаса позже, чем мы договорились, и я первая. Сейчас стою, всех жду. Мы, кстати, в центре решили встретиться, это парк Шевченко, вот каштаны киевские цветут. И из-за того, что как бы все уехали из Киева, и центр пустой, но на самом деле ничего подобного. Очень много людей, наверняка из-за того, что у нас Евровидение вот на днях будет проходить. Так что даже не знаю, еле нашла место для парковки. Вот, и теперь жду девочек. У меня сегодня такой, как видите, бирюзовый стиль. Мы зашли в обновленный ЦУМ, я здесь еще не была, это центральный универмаг. Здесь вот такой космический дизайн. У нас сегодня Евровидение, начальный день, и вот там проверяли всех на металлодетекторах. И сейчас здесь все связанное с Евровидением. Мы прошли в зону. Я довольна, еще немного погуляли, уже после того, как разошлись, я прикупила себе 2 обновочки, так что довольна, я еду теперь домой. Всем привет! Мы сегодня встретились с Аней, и представляете, я каждый день, вот 2 дня уже, 2-й день подряд, попадаю на Евровидение. Причем я была не в курсе, как-то я не слежу за этим, что оно будет проходить как раз вот на Левобережной и в выставочном центре международном, который мы сейчас будем подъезжать. И мы встретились, я предложила погулять на набережной здесь, у Днепра, на левом берегу. А оказалось, что здесь все перекрыто, куча милиции, мы даже не можем добраться до той набережной, куда я хотела поехать. Сейчас вам покажу, как это все выглядит. Здесь очень много милиции, дорога перекрыта, несмотря на то, что это левый берег. И я специально решила не ехать в центр, потому что вчера мы там были, было проблематично с парковкой, а оказалось, что сейчас приехали прям в самый эпицентр событий.
Сегодня у нас вечер с мужем, завезли Марка родителям и решили, как обычно, сходить в кино. Но пока ехали, я не нашла ни одного хорошего фильма, который сейчас в прокате и в то время, как нам нужно. Так что, та-дам! Мы решили сходить в театр. И, по-моему, я была последний раз в театре еще до беременности. Вот, так что это сейчас так немного необычно, хотя когда мы встречались, мы часто ходили в театры, на какие-то такие культурные мероприятия и пытаемся вернуть это в нашу жизнь. Куда, кстати, вы ходите развлекаться? Потому что у нас в основном это кинотеатры, которые уже поднадоели. И сейчас, конечно, когда хорошая погода, можно будет ходить там, в парки разные и так далее, на фестивали. Но интересно, зимой вот вообще некуда пойти. Ждем начала представления. Кстати, нельзя снимать. Я собиралась, так что включусь уже на антракте со своими впечатлениями. Пьеса уже закончилась, мы уже едем к родителям за Марком. Называлась она, кстати, «С любимыми не расслабляйтесь», и это театр драмы и комедии на Левом берегу, самый ближайший к нам. В общем, впечатления у меня какие-то неоднозначные. Суть была о кризисе среднего возраста у мужчины, о том, он был преподавателем в университете и влюбился в молодую студентку, рассказал об этом жене. И, в общем, в итоге он там чуть не изменил с другой еще девушкой своего сына. В общем, как-то это все закручено. Ну и потом в конце хэппи-энд, типа, он осознал, что ему нужна только жена, и вот в последний момент отдумался и вернулся к ней. И типа как все счастливы. В общем, не знаю, как-то, как по мне, немножко странно такое поведение. И то, что ну, жена так просто к этому всему отнеслась. Хотя, может, кто-то подумает, что мудрая женщина и все такое, но у меня как-то это не вызвало уважения, мягко говоря. Вот. И это было написано как комедия. В принципе, там были смешные моменты. И были фразы, над которыми так немножко дают задуматься. Да, но... Но все же больше было похоже на драму, да, чем на такое просто нелегкая комедия. Вот, сейчас уже у нас темнеет, и наш вечер вдвоем подходит к концу. Так что встретимся позже. Пока. Всем привет! Я сейчас встретилась со своей Лесей, и мы гуляем в ботсаду. И знаете, я недавно словила себя на мысли о том, что мне жестко не хватает социализации, потому что я постоянно дома, как постоянный день сурка. У нас одно и то же, одно и то же. И я уже хотела бы пойти на какие-то курсы или на танцы, но это все, когда Марк пойдет в сад наверняка. И сейчас я постоянно атакую своих подруг в плане встреч. Всегда я являюсь организатором наших встреч, а так как ни у кого больше детей нет, вот кроме Леси, то они все в бизнесе, в работе, и с ними нужно записываться на встречу там за месяц наперед. Вот, так что хорошо, что хоть Леся может встретиться сейчас. Вот, и сейчас мы гуляем в Ботаническом. Здесь какой-то новый корейский садик построили, так что идем смотреть. У кого есть тоже такая проблема, что хочется встречаться с друзьями, а они все заняты, и это очень редко бывает. Вот, смотрите, какие здесь беседочки прикольные. Можно выставить фотку в Инстаграме и сказать, что я снова куда-то уехала. Материалы, короче, вызвали. Правда? Да. Цикаво. И мы тип, это копия шматочку.
якусь там резиденцію, яка війна. В общем, все не просто так. Будем фоткаться много сегодня. Всем привет! Сейчас раннее утро, суббота, вот 10 утра. Ну, то есть уже не ранее, мы уже давно проснулись. Но сейчас ждем, пока мои родители заберут нас на дачу. И поэтому хочу загрузить влог на канал, чтобы он вышел вовремя. Кстати, вот наша рабочая зона дома. Это на балконе мы так себе организовали с мужем. И... Вот, хочу вам показать одну новиночку, которую мне недавно выслали на обзор, и мне она очень понравилась. Я обычно монтирую в наушниках, ну, чтобы у меня всегда фоновый шум такой дома, у кого дети, те понимают, да, и обычно я для этого использовала наушники от айфона. Но вы знаете, где-то через полчаса после того, как в них посидишь, уже начинают болеть у меня уши. Я не знаю, то ли это слишком большие для меня, громоздкие. И такие были почти все наушники, которыми я раньше пользовалась. То есть я, если у меня есть выбор там монтировать, пока ребенок спит, то я обычно вообще наушники не использую. Но недавно мне прислали вот такие наушники Studio. И, кстати, возможно, вы видели уже у других блогеров, какие они бывают. Там можно было выбрать, и я очень долго ломалась между вот этими и такими большими, знаете, которые на голову одеваются, с такими большими штуками на уши, которые закрывают все ухо. Вот. Но выбрала такие эти, так как обычно мне нужно брать с собой их. Вот. И что мне очень понравилось, это то, что вот эти вот... резиновые штуки, которые в ухо вставляются, да, они сменные и есть разного диаметра, вот эти насадки. Я себе подобрала самую маленькую, и вуаля, у меня уши вообще не болят. И мне вообще очень комфортно в них. Это, кстати, такие Bluetooth наушники, то есть в отличие от вот таких обычных, их не нужно вставлять в телефон. Заряда тут хватает надолго, я, честно говоря, еще ни разу не подзаряжалась, хотя пользуюсь ими уже достаточно около недели. И, кстати, в комплекте еще идет вот такой вот очень прикольный чехол, кожаный, очень качественный. И вообще, когда вот открываете коробочку, так, Марк уже меня там зовет, когда открываете коробочку, сразу видно, что это не Китай, что это очень качественное, это, по-моему, шведская фирма, так... Марк. В общем, всем рекомендую фирма Studio. Оставлю под видео ссылочку. Они, по-моему, недавно вышли на российский рынок. О, все, хочу писать. Ну вот, наша обычная история. Марк еще в своем комбинезончике спальном. От Next, кстати. И все. Мое свободное время закончилось.